В бассейне НТУ ХПИ в пятницу определился обладатель Кубка Украины по водному поло среди мужских команд. Второй по статусу национальный трофей разыграли слобожанец и львовская «Динамо». Стартовые две четверти прошли в абсолютно равной борьбе – 4-4. Начало третьего игрового отрезка осталось за харьковчанами, которые благодаря точным броскам Александра Абрамова и Кирилла Новолокова ушли в отрыв на 2 мяча. Удержать преимущество подопечным Сергея Колтачихина и Сергея Столярова помешали не только потеря концентрации, но и удаление до конца матча Абрамова. Пока слобожанцы решали, как действовать без одного из своих лидеров, динамовцы восстановили равновесие в концовке третьего периода. Малоопытные. 2 мяча ведем, спокойненько никуда не лезть. Заиграй третий период, и у них забить 3 шансов, 3 гола сразу не будет. Не будет. Ну, к сожалению, получили то, что получили. Правда, я бы сказал, что там неосмотрительно сыграл именно ведущий игрок. Ермаков там подвел нас. Не определила победителя и 4-я 8-минутка. Команды забили по 2 мяча и завершили основное время в ничью 8-8. В серии послематчевых пенальти удача сопутствовала львовским ватерполистам 4-2. Вратарь гостей Денис Волончук отразил 2 5-метровых броска. На пенальти, конечно, Волончук попредпочтительнее, у него больше опыта. И из этого, как бы исходя, я его поменял, и он отстоял хорошо своих 2 периода. И я хорошо отстоял пенальти, и получилось, как получилось, и мы победили. В матче за третье место Мариуполь обыграл сборную Киевской области 10-9.